Санкт-Петербурге этим летом вырос поток туристов. Иностранных гостей на 15% больше, чем в прошлом сезоне. Многие прибывают через аэропорт Пулково. Справиться с наплывом туристов удалось в том числе благодаря студентам. Анастасия Стурова узнала, какая есть подработка в авиагавани. В родном городе Дианы Долгановой Анадыря чуть больше 13 тысяч жителей, а через Пулково ежедневно проходит 80 тысяч пассажиров. В Санкт-Петербурге я первый раз появилась, когда поступала сюда на первый курс. И первое место, которое посетила, это был аэропорт Пулково, потому что я сюда прилетела. С Чукотки на северо-запад России девушка переехала, чтобы поступить в Институт гражданской авиации. После получения диплома сможет управлять полетами, а пока работает в службе досмотра. Подсказывает дорогу пассажирам и подает на ленту контейнеры для вещей. Диану хвалит наставница Валентина Чуляева и сама когда-то начинала так же, воспитала уже десятки стажеров. Это самый лучший наш студент. Конечно, у нас все лучшие, но это лучший из лучших, которая проявила себя очень ответственным, дисциплинированным сотрудником. И мы ее очень сильно ждем уже в команду. В штате Пулково 4000 специалистов, но в пиковые периоды рук не хватает. Тогда и приглашают студентов. Они помогают в службе багажа, ремонта техники, уборки самолетов, дежурят у стоек регистрации. Ставка 225 рублей в час. Около 170 студентов взлетной полосы уже являются базовыми работниками. И нужно сказать, что это ребята не всегда из профильных вузов. Да? Это ребята из совершенно иных вузов, и они просто решили связать свою жизнь с аэропортом и с этой удивительной профессией, и вот с этой магией авиации. В финальный рабочий день Диана задержалась на смене вместе с наставницей. Аэропорт подарил молодым сотрудникам концерт в знак благодарности. Анастасия Сторова, Роман Ткаченко, Максим Кузнецов и Мария Смелкова. Мир 24.